Всем привет! Ну что, любители запаха паленой резины и рева мотора, сегодня видеообзор для вас. Сегодня у нас Gear Club. Поехали! Реалистичная графика, детализированные и хорошо прорисованные модели автомобилей, система по управлению, приближенная к реальности. Что еще надо для успешной игры? В Gear Club имеется весь арсенал возможностей для проведения модернизации и изменения автомобиля. Можно кардинальным образом изменить все внутренности своей машины, добавить кучу дополнительных наворотов. Вкратце, можно перечислить главные достоинства игры, а именно опцию полной модернизации автомобиля, наличие заездов против ваших друзей, поддержку различных схем контроля, моделируемые двигатели с изменением аэродинамики, трансмиссии и подвески. Вы можете собрать свой собственный автопарк. Итак, вначале вы попадаете в автомобильный салон, где продавец предлагает вам опробовать машину в действии, то есть на трассе. Перед началом теста вы выбираете более подходящий для вас тип управления движением. К примеру, можно нажимать правые и левые кнопки, а можно просто поворачивать в разные стороны ваш девайс. На экране присутствуют все знакомые нам по другим играм датчики и таймер. Можно увидеть, какую позицию вы занимаете по сравнению с другими автомобилями, с какой скоростью вы передвигаетесь и так далее. Преодолевая многочисленные чекпоинты, вы будете знать, за какое время и с какой скоростью вы достигли определенной точки на карте. За успешное прохождение трассы вы будете получать очки опыта. Также среди игровой валюты присутствуют доллары и золотые слитки. В автосалоне вы можете выбрать себе другую машину, предварительно изучив все ее характеристики. Дверцы и капот авто можно открывать. После покупки нового авто вы окажетесь на карте, где сможете выбрать следующую гонку. За прохождение трассы на 3 звезды ваша награда увеличивается. Вдобавок вы получаете дополнительные бонусы. Своими достижениями вы можете поделиться с друзьями. Помните, что за подключение к социальной сети Facebook можно получить еще 50 золотых слитков, а они вам точно пригодятся. Так что все очень просто. Советую, качайте.